Конвой с британскими ядерными боеголовками был замечен на пути к оружейному складу в центре Глазго. Местные СМИ восприняли это как послание России. Сообщается, что конвой с британскими ядерными боеголовками «Трайдент» направлялся к складу королевского военно-морского оружия «Порто Пренс» в миле к югу от центра Глазго. Новостной сад «Нюк который отслеживает британские ядерные конвои, назвал беспокойством то, что происходит на фоне российско-украинской войны. В Великобритании послает сообщение с ядерными боеголовками, говорится на сайте.